Это наш результат. На итоговых пресс-конференциях, как правило, главный тренер Зинатулла Билялетдинов более открыт для разговора. После матча не всегда есть возможность получить ответы на все вопросы. Да и журналисты нередко подливали масло в огонь. Я считаю, что ваши, вы как раз в этом плане должны быть более и воспитанные, и культурные, и задавать соответственно. Я еще раз подчеркиваю, я уже об этом сказал. Вы должны понимать, что вы задаете, какие вопросы, и, соответственно, такой ответ и получите. Задача руководства сейчас – сохранить основной костяк команды. К обладателям Кубка Гагарина будет повышенный интерес со стороны соперников. Но, к счастью, контракты многих были продлены раньше. И опять же, надо взять, гласить кого-то, а потом, ну, чтобы их заменить. Плюс переговор. Давайте подождем буквально недели, две, там будут перемены. Пока шла пресс-конференция, по клубной базе со своими детьми прогуливался автор победной шайбы Акбарса Роб Клинхаммер. Канадский нападающий наслаждается минутами отдыха и возможностью побыть с семьей. It's great. Я благодарен Казани и всему руководству клуба. Здесь отличные условия, есть все для игры в хоккей. В бытовом плане все организовано на высшем уровне. Это по-настоящему топ-уровень. Контракты некоторых игроков истекут 30 апреля. До этого времени сложно сказать, кто останется в Акбарсе, а кто продолжит карьеру в другом клубе. Ясно одно, задача на следующий сезон – оставить кубок в Казани как минимум еще на один год. Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.